Будь другом, сгоняй за кофе новостями. Да я только проснулся. Давай, сегодня твоя очередь уже. Воу, а на тебя так классно падает солнце, оно тебе так идет, но ты без солнца красивая, но с ним прям вау. Спасибо. Сейчас бы похавать. У нас что-то есть? Нет. Голодный. Капец. Так сходи купи, Майк. А вот и схожу. Только денег дай. А у нас нет денег, Майк. Да блин, у нас их почти всегда нет. Да? А почему у нас их нет? Потому что ты постоянно тратишь их на разную чушь. Видеоигры, комиксы, газировку. Да не начинай. Тем временем, пока я пытаюсь найти долбанную работенку, чтобы мы с голоду не умерли. Слушай. И купили... Подожди. Я вложили денег на камеру. Просто послушай. Почему бы нам просто не позаимствовать немного еды у мисс Уотервилл? Нет уж, она нас и так из этого подвала чуть не выгнала. Думала, что мы бомжи последние. Да. Так, вот держи $10, сходи купи еды. Да ни чипсы, ни газировку. Обычной, нормальной, дешевой еды. Ты меня понял? Да, я все понял. Окей, Роб, я все так и сделаю. Прости, что накричал. Ну что, купил? А то я сейчас слона съесть готов. Ну, перекусить я взял нам 2 сэндвича, но остальные деньги я инвестировал. Твою мать! Майки! Чувак, это не хрень собачья, это вообще классная тема. Короче, у нас в городе послезавтра будет происходить турнир по езде на скейтах. И там будет бесплатная еда? Нет, это будет ну очень масштабная тусовка с кучей народа. А, будем просить милостыню у толпы. Да нет же, победитель турнира получит $2000. Ну как тебе? Победитель что, с нами поделится? Блин, Роберт, чувак, я буду участвовать в этом турнире, стану победителем. Мы купим камеру и наконец-то сможем начать снимать наш первый фильм. Обед в твои планы не входит. Но там, правда, для участия скейт нужен, но не волнуйся. Тех денег, что ты мне дал, вполне хватило на мощный скейт. Серьезно? Те деньги, которые должны были быть нам на еду,
Дней на 5 ты потратил, блин, на доску? Сука, как тебе это удается? Что удается? Жить, Майки, без мозгов! Вот скажи, Майки, ты когда-то катался на скейте? Нет, но я много играл в Tony Hawk Pro Skater, и плюс один человек меня переубедил, что если очень сильно захотеть и поверить в себя, то все может получиться. Чё, правда? Да, вообще тащусь от пацанов на скейтах, поэтому я их и продаю. Но у меня нету денег на скейт. А ты выиграй. Как? Послезавтра пройдет турнир для скейтеров. Приз $2000. Но для участия нужен скейт. Ну не знаю. Кстати, я там буду. И сколько, говоришь, этот скейт? А сколько у тебя есть? Ох, черт. Роберт, не ругайся. Простите, мисс Уотервилл. И смотри, ты там еще пропустил маленький кусочек травки. Старайся лучше, Роберт. Хорошо, мисс Уотервилл. Тебя что, опять какая-то девка на деньги развела? Да, то есть нет. Слушай, а что ты вообще делал в это время, а? А я, Майки, работал на огороде у той старухи, чтобы мы могли жить вот в этом вот несчастном подвале. Да. Ладно, хватит орать. Давай свои сэндвичи. Завтра пойдешь и сдашь скейт. Окей. Скоро будем ложиться спать. Нашел нам работенку на завтра. Да. А помнишь учительницу рисования в 4 классе? Ага. Помнишь, как мы их живых жуков в сумку насыпали? О, да, нас потом долго у директора держали. Да. Воу, кого я вижу? Придурки. Привет, Стив. Чего тебе, Нолан? Ой, извините, вы же режиссеры. Кино снимаете. Ради этого после школы не пошли никуда учиться. И вовсю занялись съемками. Только что это режиссеры объявления по столбам клеят, а? Ну нам, по крайней мере, папочка диплом не купил. Мы и сами могли учиться. Что тебе вообще надо, Нолан? Смешные вы. Придурки. Держите. Хоть камеру для пленки купите. Пошел нахер, Нолан! Срал я на твой день! Майки, как я устал от этого дерьма. Черт в эту рекламу. Чувак, да ладно тебе, остынь. Этот мудила прав, мы ничего не добились. Дроби, успокойся, давай доклеим объявление. Тут еще немного осталось, и получим свои деньги. Да, ты прав, давай доклеим. Тем более завтра важный день. А ты о чем?
Майкл! 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 Это сегодняшний выпуск? Вроде да. Все, Майкл, просыпайся, вставай. Что там такое? Короче, завтра, час дня, в офисе нашего местного телевидения пройдет конкурс на лучший сценарий для кинокартины, который получит полное спонсирование проекта. Чё? Короче, если комиссия канала Старс одобрит мой сценарий, то нам дадут деньги на съемку кино. Ну это отстойный канал. Да там плевать, время... что за канал, главное, что у нас будут деньги для съемки фильма, блин. Какой выбрать? Что мне показать? Гонка на выживание? Нет. Томми Гангстер? Нет. Жизнь улиц? Нет. Правила гетто? О да, его точно одобрят. Блин! Что такое? Это же завтра. И чё? Завтра. Ну, завтра распродажа на барахолке у Шервуда, Дасти. Я договорился, он даст мне камеру со скидкой. Чувак. Ты хотел купить камеру и не сказал мне? Но мы же на нее уже больше года копим. Я хотел сделать тебе сюрприз, Майки. Майки, Майки, ты же знаешь, где живет Дасти? Знаю. Короче, Дасти, у него есть камера, которую он отдаст за $290. Ого, это дешево. Это чертовски дешево. Он поэтому он будет ждать меня с утра. Но пойду я. Господи, ты правда гений? Да. Пойдешь ты. Скажешь, что ты от Роберта, отдашь деньги, заберешь камеру и вернешься домой. Понял? Хорошо, без проблем. Нет, повтори. Беру бабки, рано утром иду к Шервуду, говорю, что я от Роберта, забираю камеру, возвращаюсь в подвал и жду тебя здесь. Чувак, я не такой уж и тупой, и мне ведь тоже уже сильно надоело жить в этом подвале. И я тоже хочу начать снимать фильм. Эй, и удачи, чувак, я в тебя верю. Спасибо, Майк. О, да. Вот это я понимаю, серьезные режиссеры, мать твою. Ага. Только одну секунду. Стоп, стоп. Я не понял. Это что, женские часы? А у тебя есть другие? Ладно, здесь ты прав. Все, пора выходить. Погнали. Здравствуйте, я Роберт Клодер, я на конкурс по сценарию. Ну что ж, садись. Ну, так рассказывай о своем фильме. Коротко. Извините, мой фильм называется «Правила гетто». Там история про одного мальчика. Ну как мальчика? Ему уже 20, он фактически уже мужчина. Фильм я писал по реальным событиям. Так. Нет. Да я сам почитаю.
А потом? Прямо в лесу его там и оставили. Ого, жестко они. Дасти? Что? Ты ищешь распродажу Дасти? Да. Что тебе нужно? Ну, я от Роберта, мне камера нужна. Давай деньги. Хорошо. Ну вот поэтому я и не люблю леса. В натуре. Эй, чувак. Что? Ты сказал, что будет камера. Но я не сказал, что у тебя. Ха-ха-ха, очень смешно. Давай назад деньги. Не понял. А потом он мне пригрозил стволом. Прикинь? Настоящим? Ага, он меня чуть бы не застрелил посреди белого дня. Прикинь? Майки, вот почему так? Кто не герой, тот бессмертен. И сила у него недосягаемая простым смертным. А тот, кто действительно герой, орудует камнями да палками. А вот почему бы нам просто не отобрать камеру у того парня? У тебя же забрали деньги, а мы отберем камеру. Один-один. Ладно, хватит шутить. Завтра на работу. Пошли, чувак! Что? Нет, стоп, я шутил! Стой, Майки! Спасибо тебе, чувак. Пошел нахер, Майки. Избили и обокрали. Ну и что? Меня же самого сегодня обокрали. А мы, между прочим, уже можем начать снимать наш первый фильм. Окей. Завтра. Что? Завтра начнем снимать. И да, с тебя двое актеров на роль полицейских. Лучший фильм года получает мистер Клоттер. Вот это я понимаю по-нашему, чувак. Так, еще пару минут и начинаем снимать. Блин, чувак, у меня даже пистолет пластмассовый. Это вообще отстой. Питер, ты хотел сниматься? Вот и не жалуйся. Черт, где же актеры Майкла? Снимать уже пора. Ну, наконец-то! Респект, чувак, он прям как реальный коп. Да. Тед Уильямс, полиция города Клинтон. Вы арестованы. А он хорош. Вчера вечером вы, Роберт Клоудер, и вы, Майкл Коул, напали на оператора Артура Элгарта. Напали, избили и украли камеру. Кстати, это она. Вам светит до 2 лет лишения свободы. Нет. 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 Только не тюрьма. Вы имеете право хранить молчание. Нет.
Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать на допросе. Если у вас нет денег оплатить адвоката, он будет предоставлен государством. Вы понимаете свои права? Нет. Майки, ну ты урод, из-за тебя все, только все началось. Фига себе. Парням дали по 2 года лишения свободы. Наказание они отбывали в разных тюрьмах. После выхода из тюрьмы Роберт отучился в колледже и стал успешным адвокатом. Майкл стал профессионально кататься на скейте и на этом зарабатывать деньги, участвуя в турнирах.